На 19-м километре трассы Артем-Находка в районе Артем-ГРЭС продолжаются работы по устройству объездной автомобильной дороги с сооружением временного путепровода, по которому будет осуществляться движение транспорта до окончания реконструкции аварийного моста через железную дорогу, сообщают в правительстве края. Полностью сдать объект и открыть движение по новому мосту планируется в 2024 году. Сейчас подрядная организация завершает обустройство подъездов к временному путепроводу. Монтируются опоры и металлические пролеты металлического моста. Вынесены инженерные коммуникации. Начато переустройство контактных сетей железной дороги. Запуск движения по временному путепроводу планируется в мае этого года. После этого уже начнутся работы, связанные с сооружением нового моста, рассказали в ООО «Строймост ДВ». По информации Минтранса Приморского края, в настоящее время с РЖД полностью согласовано решение по устройству временного объезда. Все эти работы сопряжены с предоставлением технологических окон и представлением сроков на переключение сетей. По основным работам на путепроводе над железной дорогой в настоящее время решаются вопросы по согласованию технологии производства строительства, корректировки проекта и правоустанавливающих документов. После этого будет согласован окончательный график полного завершения работ, пояснили в ведомстве.